Творить добро можно и на рабочем месте. Это с успехом доказал один из краснодарских водителей маршрутного такси. Социальную сеть взорвало объявление «Беременным проезд бесплатный». Мы решили проверить искренность водителя, и вместе с группой на съемки отправилась моя коллега, о которой водитель не подозревал. Чем закончился наш эксперимент, расскажет Анастасия Дешина. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы беременная, да? Да. У вас проезд бесплатный. Да, проезд бесплатный. Возьмите ваши деньги обратно. Спасибо. Вот так неожиданно началось утро у моей коллеги Марианны Халатрян. Сейчас она действительно в интересном положении, но сегодня в этой маршрутке оказалось не случайно. Мы решили провести эксперимент и узнать, правда ли, что Арминак Мовсесян организовал льготный проезд в своем автобусе для беременных женщин. Если откровенно сказать, самый больше бывает день 10-12 человек, там 8-6, даже по воскресеньям бывает так, что вообще не бывает. Это не, ну, например, считаем 3-4-5 тысяч в месяц, это не спасет нам же. 3 года назад Арминак вместе с семьей переехал из Еревана в Краснодар. На родине он был депутатом и даже руководил местной телестудией, а в Краснодаре стал водителем маршрутного такси. Идея возить будущих мамочек бесплатно его посетила год назад. Однажды беременная женщина попросила разрешения заплатить чуть меньше официальной стоимости. Тогда добродушный водитель сказал, что она может вообще не давать денег. А чуть позже на семейном совете Арминак вместе с женой решили, что проезд для беременных в его маршрутке будет бесплатным. Проходите, посаживайтесь. Весть о добром водителе разлетелась по Краснодару очень быстро. В одной из социальных сетей пассажирка 34-го маршрута не просто рассказала о поступке Арминака, но и показала горожанам лицо героя. Этот пост вызвал бурю положительных эмоций у пользователей всемирной паутины. У водителя даже появились постоянные клиенты из числа тех, кому скоро предстоит родить малыша. Конечно, никаких справок и доказательств от женщин Арминак не требует. Что называется, верит на слово. Один раз одна девушка заходит, говорит: «Да я вчера тест поставил, я тоже беременный». Я говорю: «Ну ничего, если ты ставил, ты тоже езжай». Руководство автопарка к такой инициативе водителя отнеслось с уважением. Правилам перевоза, конечно, такая льгота не стала, но и отменять ее никто не захотел. А сам Арминак Мовсесян говорит, что и дальше будет возить беременных бесплатно, ведь всего 5 месяцев назад он в очередной раз стал отцом. Анастасия Дешина, Иван Гришин и Наталья Пилипко. Телекомпания «Краснодар».